Когда брянский хор запел, его услышал весь Минск. Готовы? Поехали! Российские участники хорошоу петь могут часами. У меня есть замечательный муж. Уже его замучили мои песни в душе, в кухне, в любой комнате нашего дома. А когда не поют, говорят. Приезжайте в Брянск, приходите к нам на концерт. Мы лучшие! О коллективе, которому 20, о его участниках, которых аж 50, о наградах, которые уже считать никто не берется. Это наши прекрасные сопрано. Первые, вторые, а за ними тенора. Люди, повидавшие все виды, это наши альты. Самым мужским голосом в хоре, это, конечно же, басы. Да. Скажи, о! Брянский городской академический хор «Россия» был создан в 1993 году из числа студентов и выпускников музыкального училища. В репертуаре коллектива самый широкий диапазон произведений. От полифонических партитур 15-16 веков до новейших образцов современной хоровой музыки. Коллектив регулярно принимает участие в фестивалях и конкурсах. Лауреат 11 международных конкурсов и обладатель 32 премий хор из Брянска записал 3 компакт-диска и объехал полмира. И все это под управлением заслуженного артиста России и уроженца Кубы Марио Бустило. Мелодии «Острова свободы» зазвучат совсем скоро и на хорошо. Я тенор, но могу и петь сопрано, например. Всемогущие хорошисты уверяют, что даже несмотря на коллективную разбежку в возрасте, дедовщины у них нет. Правда, мужчины по секрету признаются, есть какая-то чертовщина, брачная. У нас в Брянске такая традиция, в хор пришел, надо сразу найти себе жену. Эти ребята вообще любят авантюры. Приезд на хорошоу – одна из них. Они, серьезные любители духовной музыки и академического пения, ради конкурса за месяц поставили разудалый танцевальный номер. Мы решили рискнуть. Даже вроде бы как это не наше. Мы решили попробовать немножечко другого себе. Это не первый их музыкальный поход на Беларусь. Однако каждый раз они часами бродят по маленьким сувенирным лавочкам. И каждый раз находят здесь что-то новое. Ну, это раз только жизнь. Необычные музыкальные инструменты. Это музыкальный инструмент такой, которого у нас не найдешь. Соломка, рушники и вдруг родные матрешки. Они называются только русские во всем мире матрешки. На самом деле они как бы общие. Но потом опытный глаз замечает едва уловимое различие между румяными сувенирами. А наши, по-моему, по форме немного отличаются. Вот и свое отличие от всех остальных хоров мира они уже давно заметили. Практически все конкурсы у нас первые золотые места. Все конкурсы золотые. Иногда даже участвовали в 3 номинациях, например, и получали 3 золота. Беларусь, мы идем к вам! Набрав сувениров, они пообещали вернуться в лавочку за музыкальными инструментами. Кто знает, может, на сцену хорошоу они выйдут с одним из них. Смотри!